Хочу, бэху хочу. Бля, сейчас надо музыку соответствующую. Сейчас. С тобою или без? Что-то я сам доберусь до небес. Я не герой из этих песен. Да сколько можно искать эту песню, блядь? Во. Бэха, бэхочка, семерка. Короче, хочу X5. Знаете, какое поколение? Вот это дороговатое, короче. Вот это уже старый колхоз, я считаю, блядь. Вот это нормальное, но дорогая. Берем F15, ребят. Она нормально стоит, блядь. Ну, недорогая, блядь. Яу. Отдал бы всю лавеху за бэху. Бля, короче, если знаете, что надо? Двигатель, по-любому дизель. Конечно. Мне вот эта хуйня, вот эти покатушки, вот эти, знаете, когда... Тише, ляма. Хорошо. Мне вот эти покатушки по городу, знаете, когда ты едешь... Вот эти, знаете, отстрелы. Чтоб все просто, нахуй, в соседних домах на пол клались, блядь. Мне вот эта хуйня не нужна, блядь. Это говно ебучее. Мне нужен дизелек. Я человек спокойный, езжу спокойно, мне дизель, что-нибудь такое прям аккуратненько, чтобы... Налог там, наверное, пиздец копеечный, блядь. А чё так дорого? Это чё за налог? Бля, чё с налогом, бля? Почему 36 тысяч? Или мне показалось? Чё с налогом, блядь? Блять, что такой налог ебанутый? Это же дизель, блядь. Бля, смотрите какой. Вот это мужчина, блядь. Вот такой себе возьму, наверное. Да, да, вот это нормально точило, блядь. Ебать. Еще и руль от М-ки, но это кринж, блядь. Дядю Степу шлю в игнор. Дядя Степа постоянно чинит светофор. Уф, ну и не горь. Черный, конечно, черный будем искать. Конечно. Короче, да, надо сразу искать. Цвет. А где? Все параметры. Во, цвет черный. Так, кроме битых, конечно, да. А, дизель? О чем мне еще нужно? Пробег 130к. Ну мы ж так приблизительно смотрим. Слушай, а ты меньше не найдешь, 130к это еще считается нормально. Я тебе серьезно говорю, это еще заебись, блядь. Воооо. А че так дорого, блядь, 4 ляма. Подожди, давайте по возрастанию цены. Еба, а че так дешево? Розовую? Бля, ну я же псих, я же могу реально. Подожди, блядь. Какая разница, дизель или бенз? Расчет идет от количества сил. Пизди поменьше, хорошо. А, вот, смотрите, двигатель 280 лошадок. Да, а чё так мало? Во, вот это налог мужицкий, блядь. То есть это надо специальный такой двигатель искать? Я просто не знаю, чем они отличаются, блядь. Нахуй мне права. А где мне найти, блядь? Блядь, а где, блядь? А где мне отсортировать, чтобы они дешевле были? Да налог 249 ищи, понял. Давай розовую. А есть розовый, интересно, реально? Вот розовый. Да по-любому не будет. Какой-то зикар, блядь. Нахуя мне зикар, блядь? О-хо-хо. Да, бля. Да. Блядь, у меня все слетело. Ну-ка. Сейчас, сейчас. Г-класс же? Г-класс нужен. Во-во-во, G-класс, блин. Бля, вот тут только вот этот выбирать. Остальное все хуйня. Бля. Если папа добавил бы с дэху, колесил бы сейчас на... Ну какой 12 миллионов? Ну вы ебанутые, блядь. Какие нахуй 12 миллионов, блядь?
12 миллионов, блядь. 12, блядь, да вы конченые, блядь. До семёра максимум, блядь. Давай за семёру договоримся, блядь, дружок, нахуй. Нужна семерка матовая на золотых дисках. Да мне никогда не нравилась эта машина, на самом деле. Ну, если так подумать, что хуйня. 12, может, ипотеку взять на нее? Но смотрите, я хочу... Я беру что? Можно, кстати, так и поискать. Кстати, смотрите, что мне нужно, чтобы вы все поняли. Кузов, обязательно джипик, джип. Ну, чтобы скрывать размер члена, блядь. Ха-ха, шутим. Дизель. Ну, похуй, наверное, пока на дизель. Мне нужен внедорожник, блядь. А где цена? Бэха, седьмая, престижная, крутая. На нее коплю, хочу жить, на ней катаюсь. А где цена, блядь? Год, а вот цена от... От, ну там, допустим, 2,5, да? Там ниже все равно хуйня будет. До 3,5, да, примерно? Вот такую цену. И год, наверное, да? Наверное, тут надо выбрать логичный год. Какой-нибудь нормальный. Ну, допустим, с 15-го года, чтобы вообще не ведро было. Ну, блядь. А как поставить не китайцы? Не китайцы. О, иномаркет. Блядь, ну ситуация, конечно, не поменялась, блядь. Пожарку купите. Какую? Бери хавал. Да пошли вы нахуй. А что ты захотел за такие бабки? БМВ? Смотри, БМВ, блядь. Ну а так без бэхи нахуй мне права, если есть трава. Х5. Нахуй мне права. Вот этот. Смотри, сразу найдется, смотри, бах. Во, вот это нормально, уважение, правильно, блин? У моего папы хавал за 2 ляма, пиздец, блин. За хавал мать продал, блядь, ребят. Если берешь хавал, нельзя говорить, что он говно, хорошо. Да, бля, ну и цены на них, пиздец. Да, короче, хули тут определяться, я буду CX-5 брать, бля, дизелек. Точно, да. Ну они какие-то, да, они вот, кузов у них, конечно, прям, ну, некоторых ужасные, бля. Вот это классные. А есть обвесы, давайте еще поищу обвесы. Обвесы, ща. Знаешь, как BMW расшифровывается? Боевая машина воров, бля. Купить обвесы на BMW X5 F15. О, во, сори. Во, вот это колхоз, я приветствую, блин. Бля, может реально купить себе машину и прям уродку из нее сделать? Как вам идея, блин? Чтобы она просто уебищно выглядела. Как будто, знаете, как будто бы из Need for Speed, блядь, Most Wanted, знаете. Прям просто ужасно, это же угар, блядь. Я хотел Escalade же так сделать, я вам рассказывал. Я хотел Escalade занизить, короче, сделать на нем диски, которые сами крутятся, вот эти. Ну, знаете, сутенерскую тачку, блядь. Во-во-во-во-во, мне нравится, реально, я сделаю, блядь. Бля, как плохо, заебись, мне нравится, блядь. Смотрите, капот как будто бы дышит, блядь. Супер вообще идея. Бля, вообще супер, блядь. Все, берем, обклей пленкой. Будем, конечно. Мне какую-нибудь пленку прям уебищную надо сделать, блядь, прям. Что если посмотреть додж? Додж? А что у доджа? Я вообще даже не шарю. Так. Пусси Вэгон, да. Так. Блять, да как? Додж. А что, как они выглядят? Я помню только полицейские доджи и все. Какой выбрать, ребят? А, Челленджер помню, да.
Мне не нравится челленджер. Бля, ну при... Мы катались, помню, у меня же в этом... у Лил Зенила, помните? В Неумехе мы на нем катались же еще. Ща. Ой, что я какой... Че я вожу, блядь? Вот, я же когда стою... Вот это же на додже мы снимали. Во-во, видите, я стою, вот сижу в додже. Где эта хуйня? Да сколько можно? Да, бля, ну вот я в нем сижу, мы на нем катались вообще. А вон там по рулю видно, кстати, что доджик. Ну, скажу вам, что мы катались прям по... Я же сказал, что мы покатались. Ну, покатались, подрифтили, так скажем. Ну... Ну, как вам сказать, желает лучшего оставлять, конечно. Я правильно сказал? Ну, это какая-то хуйня, в общем. Не договорил. Да это хуйня, в общем, а не машина, блядь. Оставляет лучше, желает оставлять... Бля, как говорится? Как правильно сказать? Желает оставлять... Не, Рэм, это... Додж Рэм, это, блядь, это вообще, это пиздец. Это же такой огромный, да, вот этот джип просто ебанутый. А, он в плюс прибавил. Рам. Да ну, да, я понял, да это вообще пиздец, вы чё, нахуя он мне, блядь? Еба, да ещё и пикап, я чё, реднок, блядь? Нахуя он мне, скажите, блядь? Купи ламбу. Да нахуй она мне нужна, блядь, ребят, я туда не помещусь просто. Оставляет желать лучшего, правильно? Ну, я правильно изначально сказал. Давай джип Grand Cherokee, блядь, вот мне... Я хотел до Escalade брать Grand Cherokee... Думал над этим, но мне все говорили, что это пиздец, это хуже, чем BMW машина, это просто ужас. Он разваливается, блять, он, о, какой-то новенький есть. Он разваливается, пердит, свердит, блять, его постоянно в сервис, там прям ужас, короче, мне так объясняли. Кстати, по цене подходит, под мой. Ты сказал, желает лучшего оставлять, да, я так сказал, ну ладно. Я вас проверял просто. Ну выглядит круто, да? Такое, бля, мушинский, блин. Ну, салон нужен. Вы посмотрите, что с салоном, блядь, это Kia, нахуй, или чё? Не, салон просто говно, просто ужас, блядь, просто дерьмо. Ну, внешне прикольно, да, конечно, красивая машинка, блядь. Но мне сказали, что это пиздец ведро с болтами, она будет постоянно ломаться. Тахо, кстати, хорошая. Ну, Тахо, она жрет, блядь. Как ее? Шевролет, по-моему. Тахое. И поколение надо обязательно выбирать. Ну, допустим, вот это я уж новый не буду сорить. Ебать, сколько он стоит, блядь. Да, Тахо нормально. Это как у Гуфа была, помните, тачка? Ну, если ее черненькое сделать, да, вообще, блядь. Ну, это копия Escalade, да-да-да, прям очень похоже, блядь. Красивая, сука. Не, вот это нормальная тачка, блядь. Ебать! Ну это как, бля, ебать налогов. Да пошли они нахуй, блядь. Я говорю, я за свой Escalade, когда платил налоги, мне плохо становилось каждый раз. Да в пизду, блядь. О, oh, yeah. Крузак. Ну, слушайте, крузак... Крузак, конечно, классная машина, но мне ж не 50 лет, блядь, чтобы на крузаке ездить, блядь. Тундру. Блядь, ну тундра это какая-то хуёвина. Да, ребят, но мне нужны большие машины, не настолько. А что вы пишете? Оу, oh, yeah. А, это я так сказал. Audi R8 это что? Это же спортивная, да, какая-то? Audi R8. Что-то я помню такое, она какая-то такая. Да, 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 все, я помню. Но она, наверное, стоит пизда, да, наверное? Смотрите, два объявления. О, это же джеткар, это же... который, да, что-то с Малстроем там у них, вот это хуёвина, что-то помню. Ну-ка, а вот прошлое поколение. Да пошли вы нахуй, 7 миллионов, блядь, вот за это вор... Ну, бля, крутая. Бля, ну выглядит круто, сука, блядь. Двухдверная, бля, не-не. Ребята, никогда не берите двухдверную машину, вы чё, еба... А пацанов где возить, блядь? Не... Вы, конечно, вы что, хотите как Диса, блядь, быть?
Скажите мне. Это вот Диса, знаете, купил... Вот сейчас Лана у нее нормальная машина. Диса, значит, купил первую тачку. Ауди. Не помню, опять, по-моему, какую он взял. Опятую, по-моему. Взял, блядь, с двумя дверьми, блядь. Я говорю, а где пацаны сядут, блядь? Не такой, конечно, такой молодец, блядь. А пацаны где сидеть будут, блядь? Такой умный, блядь. Поэтому, не, машина классная, конечно, а пацаны где сядут, блядь? Все понятно, блядь. Ну это такая для ЧСВшников машина, девчонок катать, блядь. За, на 11 миллионов, блядь. Что-то еще. А, давай Rolls-Royce. Ну, я бы хотел себе Rolls-Royce. Я не шучу, реально. Ну, этот Ghost. Ну, Ghost, он пиздец дорогой, но очень красивый. Просто пиздец. Ох, блядь. 72. Ох, блядь. 58. Кулик, блядь. Ой, блядь. А давайте отсортируем хотя бы, что ли. Ох, блядь. О, два ляма. Ребят, Rolls-Royce за 2 ляма, блядь. Давайте это купим, как Дубровский, будем ролики снимать. Восстанавливаем. Бля, какой понос, да? Смотри, как она ужасно выглядит просто. Просто какой кошмар, блядь. Бля, салон ужас. Хотя я думаю, кресла вот эти по-любому удобны очень. Ебать! Так я сейчас куплю, я не могу... Бля, я сейчас не сдержу, я сейчас куплю, блядь. Бля, вот можешь взять такую, как Томас Шелби ездить, блядь, с сигарой. Как вам идея вообще? Как у Майкла Джексона? А, прошлый который? Вот такую, как Томас Шелби ездить, блядь. Просто по Питеру. Интересно, сколько налоги? Чего, блядь? Да он пропиздел, блядь. Это он сам пропиздел? А, механическое, мне нельзя на таких ездить. Бля, ребят, отпадает вариант, мне нельзя механическую. У меня права только автомат. Не имею права ездить. Вот так, блядь. Жаль. Я, ребят, нихуя не жалею. Пизду эту ручку, сиди. Вот реально, я когда думал, ты чё, лох? Да не, ребят, наоборот. Я знаете, чё подумал? На кого сдавать? Значит, ты сдаешь на механику, это тебе вот эту хуйню, вот это ты едешь... Переключать вот это, ну это прям ужас, блять, это издевательство, блять. И сдавать там сложно, вот эти горки, морки, да нахуй они мне нужны. Ребят, я на автомате, знаете, как сдавал? Я на горку заехал, тормоз отпустил, она сама заехала, блять, все сдал, блять. А, все, блять, остальные все заваливали. Автомат лоховская тема, да это вы, придурки, вам это вам папа насрал в голову, и вы сейчас ходите в гараже, пиво пьете, вы ебутесь. Купил на автомате, не переживаю, ребят. Бля, ну это позорище, а не машина, я вам серьезно говорю. Ну может быть, да, как-нибудь так. Не, ну выглядит круто, блядь. Но за 6 миллионов, блядь. А где уже машина на Rolls-Royce? О, во. Бля, вот такую бы я себе купил. Бля, 10, почти десятка, нахуй. 9 миллионов. Бля, я бы отвечаю, себе купил. Это же вообще, прикиньте, вот такой тачки гонять. Это же бомба, блядь. Это же ебаная бомба, блядь. Ну посмотрите, просто роскошь какая. Какая у нее жопа, это пиздец. Да там звездное небо было, да? Бля, реально. Ну люкс, блядь. Налог покажи. Ща попозже, ща. Сейчас сначала наслажусь, блядь. Бля, у нее же двери еще сами закрываются. Бля, вот эта тачка, нахуй. Я бы купил, отвечаю. Вместо гелика, может быть, даже. Да пошла эта тачка нахуй, блядь. Да в пизду, блядь. Вот делать мне нехуй на такой кататься, блядь. Бля, прикиньте, Rolls и Ghost стоят 10. Я думал, они намного дороже. А чё так дешево, блядь? Ну, блядь, для Rolls-Royce, да, бэушные это. Может, они развалины, кстати. Они, наверное, ржавые, блядь. Они, наверное, все сдохли, поэтому... Бля, знаете еще что? Я вот видел налог. Я как-то, помню, гуглил. Я бы себе с кайфом взял Аурус. Бля, вы сейчас увидите налог, вы просто охуеете. Это просто издевательство. Во-первых, цены на ауру, смотрите. Но мне объясняли, что там качество нихуя не как в Rolls-Royce. То есть она внешне круто выглядит. Смотрите налог. А, здесь нормальный. Подожди, а есть аурсы, где по 200 тысяч налога? Где я видел-то эту хуйню? Ебать!
Ой, какая хуйня, просто бред, блядь. Ёбаный бред, блядь, зачем? Прикиньте, это же целая машина, блядь, в год. Бля, ну тачка класс, прикиньте, вот на такой гонять, это же бомба, блядь. Бля, супер вообще тачка, блядь. Выглядит круто. Мне реально очень, мне Аурус без пизды, говорю, очень нравится. Вообще стилевую тачку, ну 200к налогов, блядь. К чему я это всю хуйню говорю, ребят, кроме BMW, если ничего. Ну, я как бы хочу тачку себе купить, но больше как жоповозку, понимаете, о чем я? Ну, то есть так чисто вот поездить, чтобы она, ну, опрятная, хорошая, там, спортивненькая, ну, что-нибудь такое, такая хорошенькая была, да, чтобы я, ну, как бы не на приоре ездил, блядь. Не на Kia K5, блядь. Но из такого вот, ну, не хочу больше 3,5, наверное, тратить, 4, блядь, на машину, потому что дальше too much, я считаю, это вообще пиздец бред. Если у меня денег дохуище было бы, ну, прям очень, ну, прям дохуя прям, конечно, я бы себе гелики набрал, блядь, мне вообще похуй. А так, на этот, поездить повыебываться, ну да, BMW X3, бля, не уродливый, наверное. Сейчас посмотрим. X3. Мне давали, кстати, как-то BMW, когда они еще в России были, X4M. Бля, вообще достойная тачка. Но она дорогая, пиздец, смотри, просто вообще. А там поколение старое, да, я помню проблему. Поколение с 14 года, они выглядят уебищно. Да. То есть, если брать, там надо нормального поколения, вот, предыдущего брать. Ну, это, посмотрите, ну, это вообще, это пиздец, это вот. Это мама вот за тобой заезжать в садик на этой машине, это же пиздец, блин. Ну, то есть нормально, но я бы на ней не ездил. Ну, это пиздец. Как из Лего, блядь, машина, прикольно. Ну, то есть это вообще, это смех, блядь. Бери Audi, бля, мне Audi не нравится вообще. На одинаковых. Нихуя, у Каролины Audi, давайте ее зарекетируем, блядь. Вы видели, да, у Каролины Audi, блядь. Крузак или Прадик, они дорогие, пиздец. Вообще... Крузаки считаются, они как бы мне тоже нравятся, но это машины для скуфов. А мне не дай бог сейчас признаться себе, что я скуф, понимаете? Как он, Land Cruiser? Ну вот, допустим, вот эту, да? С 15-го года, которая более-менее выглядит. Ну это пиздец, они цены, блядь. Ну это пиздец, блядь! Боб. Это по-любому развалины уже. 300 километров. Ну, с 5 миллионов. Ну, я чё, долбоёб совсем, блядь? 5 миллионов вот за этот, блядь, гриб ёбаный. Пиздец, бред, блядь. Да ну в пизду. Вот заметьте, вот и почему я X5 беру. Это реально, это... Ну, мне BMW не особо прям так, что я прям в восторге от них. Но это самая такая тачка, которую я вот лично себе... присмотрел, вот тоже вот так же погуглил, посидел, я понял, что из таких, которые цена-вид, так скажем, цена-вид качества, это самые заебатые. Блять, смотрите, копейки какие стоят, ну это пиздец. Ну, относительно машин, естественно, остальных. Вот на такой буду подъезжать к вам на концерты, вы будете разбегаться, я буду вас давить, блять, смотрите, как круто, блять. Ну, прикольно, вообще, да, машина, вот это я понимаю, блять, мужицкая, блять. Ну, мощная, блять. Поэтому все, вот такая история. Я думал, я с вами что-то еще найду, но, как я понял, ничего нет. Нахуй тебе такая машина? А, нахуй тебе машина? Ты что, быдло? Ну, да. Porsche Taycan. Ой, Porsche это для меня вообще... Ну, давайте посмотрим. Taycan. А что такое Taycan, блядь? А, Taycan, он же дорогущий. Ты что, дурак, блядь? Мерс лучше. Какой, кстати... Тайкан, я помню, это же спортивный пиздец вообще, там, дорогущая тачка. Мерседес какой? Но только джипик, блядь, ребят, только джипик. Майбах. Да нахуй мне, ребят, я достаточно самостоятельный человек, чтобы за рулем ездить сам. Мне не надо, чтобы меня возили, ребят, ну, мне вот эти воебоны ни к чему, блядь. ML. ML? А такого нет нигде. ML. Я в Мерседесах, ребят, ровно нихуя не шарю. Бля, ML нету. А что это такое ML? GLS. Вот GLS знаю, да, как у братишкина, да? А он не развалится у меня? Вот такой у братишкина. Я видел его, помню. Когда меня на ДР звал позапрошлом году. Ну, не знаю, но выглядит, да. Он еще дорогой, пиздец, 3 ляма, посмотри.
Минимум. Ну, не, ну, 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 на любителя, наверное, да? Ну, хуйня же, блядь. Ну, не знаю, нет, наверное, не мое, чуваки, нет. А там какие-то новые, да, поколения, но они, скорее всего, стоят пиздец. А, вот знаете, что бы я из Мерседеса взял? Вот есть же у них Мерседес, который танцует, блять, я не могу. Я вот, знаете, самый конченый ёбик на свете. Я всегда на рекламу ведусь. Мне вот покажут какую-то хуйню, да, вот. Вот. Сделали функцию для дурачков, что он скачет. И я такой, боже, я хочу эту машину. Я реально, я не могу, блять. Вы видели, да, сейчас я вам покажу, где Мерседес и танцует. Мерседес... как он еще раз, блядь, не ГЛС, а ГЛЕ, да-да-да, ГЛЕ Майбах Дэнс. Там еще музыку, так, воп-воп-бум-бум-бум-бум. Да-да-да, она играет. Вот танцует, бля, я хочу эту машину, купите. Я ее куплю, блядь. Я хочу так же, блядь. Вот я такой же придурок, мне показывают эту хуйню, реально. Вот смотрите, завлекаловка для придурков, да? Ну вот реально, придумала компания Mercedes завлекаловку для идиотов. И сижу я, это в ТикТоке вижу, думаю, я хочу. Да я хочу так же, блядь, это пиздец. Это очень круто, блядь, я не могу, я... И у меня раньше все рекомендации в этой хуйне были. Я хочу эту хуйню, блядь. Ну это пиздец, ты бы посмотри, просто ты стоишь, он хуярит, блядь, под музыку. Это пиздец. Знаете, у Покров такая, по-моему. Вот кто-то из тиктокеров покупали такую, я обзавидовался. Я хочу на этой хуйне гонять, блядь. Вот так же подъезжать, да ну в пизду. Все, ладно, ладно, блядь, да все. Ладно, все, все, блядь. Да я понял, все, все, блядь. Смотри, блядь. Да ну пиздец, я хочу так же, блядь. Смотри, какие довольные сидят. Блядь, довольные. Че, блядь. Да ну пиздец, блядь. Да ну, как он это делает, блядь. Сколько денег, давайте посмотрим. Ну, ребят, судя по тому, что это Майбах. Джип Майбах. Моя ставка. 25 миллионов. Что такое? Давайте зачекаем, блядь. 25 даю миллионов. Вот по любасу, смотрите, блядь. Если не больше. Тут пишешь 45. Ну, по-любому что-то такое. Но это, блядь, Майбах джип, блядь. Бля, как ГЛЕ, да? Блядь, нету. А если Май... Только ГЛС. А, это ГЛС? Или я что-то не понял? Да, да, это он, это он, это он. Ух, блядь, 36 миллионов, блядь. 37, 29. О, пацаны, спасибо за скидочку, блядь, такую приятненькую, блядь. А чё, Покров не продает эту машину, она ж всё про... Покров, если всё проебёшь, ты мне пиши, я за десятку заберу с удовольствием, блядь. Чтобы она мне прыгала, блядь. Ебать, какие кресла, смотрите. Да ну пиздец, все, хватит, блядь. Покров, давай, давай. Да тебе не нужна это. Не нужна тебе такая машина, брат. Слушай, это, а чё? А Бэха твоя, что ли? Ну, моя. Слушай, а чё? А почём? Я, ну, за пятнашку такую Бэху возьму. Слушай, тебя как зовут? Ну, Вовка, а чё? А с какой целью интересуешься? Ну, узнать, чё, почём, какие цены, а чё? Не нужна тебе такая машина, брат. Берегите себя, друзья. Ну, это пиздец, блядь. Бля, ну я хочу, чтобы она меня вот так вот хуярила. Я не могу, блядь. Ну, это пиздец, ну это... Вот как... Кто? Вот как ты... Что ты делаешь по жизни, что у тебя такая машина просто... Ну, которая прыгает, блядь. Да ну иди ты нахуй, блядь. Блядь, как круто, пиздец. Я не могу, блядь. Блядь! Казик стримит. Ну, наверное, блядь, потому что у меня других идей вообще нету, блядь. И я сижу, какую-то помойку рассматриваю.
Сижу, какую-то помойку рассматриваю. Бля, красивая тоже. А может, как-нибудь есть какая-нибудь функция, чтобы я, ну, допустим, еще 1 000 000 рублей нахуй вложил, 2, чтобы она у меня прыгала? Похуй, давайте я вложу просто денег и все, чтобы она у меня прыгала. Красивая, да не, вообще базару нет. Ну вот я вот такую брать и буду, собственно. Вот самое охуенное по цене качество. Они не... Вот дизельные у них двигатели, заебись. Я все уже, все видосы посмотрел. Вся хуйня. Главное найти, чтобы пробег не был конский, да, наверное. Ну вот автоподборщиком закину. Вот такая хуйня. Да, такое делают. Я хочу, чтобы у меня прыгала машина, блядь. Lexus. Ну давайте быстренько под конец. Все, сейчас, чтобы не душить долго вас этой темы, ребят. Давайте посмотрим, что там. Lexus, вы говорите. Ну, Lexus это уже не мое, это уже так. От лукавого, блин. А где он, блядь? Lexus. А как называется у него? Что-то там... LX, по-моему, LX джип у них. Подожди, там есть старое поколение. Надо... Во-во-во, нормально. Но он по-любому дорогой, блядь. Да пошел ты нахуй, ебать, он дорого стоит, блядь. Ебать, да он по 6 лямов. Да в пизду, блядь. Да фу, не. Да фу, не. О, салон классный, блядь. О, какой салон, прикольный, блядь. Такой под старину сделанный, интересно, блядь. Да не, фу, не, вообще фу. Не, это точно не мое, ребят. Ладно, все, определились, короче. Все, лучше BMW я ничего не найду. Дань, что, Дань, что? Porsche Cayenne. Не, Porsche я точно брать не буду. Это вообще ужас. Ладно, вот такая, короче, история. Я в клубе. Потом пересмотрю весь стрим за ночь, бро.